Здорово, люди. Короче, был в ремонте такой автомобиль. Ну, был, потому что тут он уже починен. Ну, там удар был брозовик, там крыша, складка, хлопка, дверь вниз, стойка сюда, тут такая сисяндра, короче. Там уже все починено. Суть, привезли крыло новое, самое конченое, которое купили, которое нашли, вернее. Ну, самое дешевое. А как известно, все дешевое, гедотное. Значит, здесь примерно нормально. Ну, подумаешь, тут буквально на сколько? На пару миллиметров. Но здесь... О, не хватает сколько? Сантиметра полтора по краю не хватает. Потому что вон штамп какой-то не такой. Он сейчас вот так вот идет. На взлет все это идет. Поэтому надо подогнать более четко. Подгоняй! С этой стороны. Женька вам мастер-класс, урок предоставит, как подгонять крыло. Допилять надо, не допилял. Надо капот открыть. Или капот тоже пилени. Нормально. Я помог. Так, теперь надо выставить зазор. О, да, вот так и чуть-чуть так сделать. Потому что она должна быть... Вот здесь тоже крыло убитое, кстати. И оно не такой формы. Оно должно повторять вообще-то вот так вот. Как бы радиус весь. А тут он ныряет туда, кончик. То есть надо тоже выдвинуть. Мы не трогаем. Это ж теперь это выше все. Сейчас еще попросит тут разрезать. Зачем? А как я ему вот это все вниз сделаю? Да нафиг оно надо, тут сказали зазор сделать. Ладно, подгоняется дальше. Идет подгонка полоски. Короче, оттуда, да, будешь варить? Наверное, да. Ага, я предлагаю еще сейчас полосочку оттуда саморезиком прикрутить здесь и здесь. Она бы тогда, саморезик бы высоту диктовал бы крыла, и было бы хорошо. Отлично. Он уже как с завода. Вставлен кусочек металла клинообразный. Здесь как видно, чуть-чуть это, чуть-чуть ямка. Это пусть будет. Ну, в общем, вот так. Все, теперь это все заварится, обкультурится, обчистится. И будет красоте неземная. Ну, чтобы вы понимали, тут вся машина такая. Чё-то отпадает. Да, як нова. Дырки, дырки. Ладно, все, потом результат увидим. Так, ну не успел я снять сварочный процесс, я там кинулся работать. Жека, короче, все починил. Я потом... Короче, все классно. Все, зачищено, заварено. Машина уже на малярке. Такой переход. Переход узкий. Да-да! Ну, то есть, да. Потом вам покажу еще, может, окончательный результат. Вот так надо чинить крылья. В общем, короче, все, там шов скрылся, блин, на шпаклевку не успели, на грунтовку не успели, на ни черта не успели. Вот, видно, как такой плавающий кан загадочный. Это так Жека специально задумал, чтобы зазор меньше снизу был по бамперу. Ну, в общем, такая фигня, малята. Все, всем удачи, всем спасибо, учитесь у Жеки крылья переваривать. Это не моя работа, это Жекина. Так что Жека косячник, а не я. Всем пока.